Добрый день. Сегодня 27 октября 2023 год, Подмосковье, Улей Кука и тема видеоролика «Особь клеща в семье пчел», которая переведена на ячейку в 5 миллиметров. Значит, это июльский отводок четырехрамочный, который на два корпуса развил. Первую обработку делал я... Отводка, как только матка приступила к яйцекладке в июле. Затем обработка от клеща. Все обработки производились шнурами ТЭДа. Вторую обработку я произвел, когда с облетника перевез сюда эту семью и собрал гнездо на зиму. Довольно-таки приличная особь клеща была. И вот сейчас где-то 6 дней назад произвел третью обработку от клеща. Ну вот мало клеща. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну штук, наверное, 9 после второй, третьей обработки. Все, больше обрабатывать не надо. Семья как бы готова к зимовке. Ну вот, на улице минус один, пчела сидит в потолочине в верхнем литке. Если так пчела и будут сидеть, то зимовать она будет вот так вот с открытым верхним литком. Тогда сетку я открывать не буду. Вот. Будет именно вот зимовка с верхней вентиляцией. То есть пчелы сами покажут. Если пчелы сядут в клуб, уйдут вниз туда, то тогда буду сетку открывать. Если так и останутся вот в этом литке, то будет зимовка будет с этим открытым литком. Вентиляция будет вот через этот открытый литок. Чуть попозже установлю гигрометр, чтобы следить и за температурой сзади в гнезде, и за влажностью. Вентиляционные окна в крыше все полностью открыты, все 4. И вот таким образом пока открыты литки. То есть сейчас довольно-таки такая приличная вентиляция. Пока жду устойчивого похолодания. После этого литки буду по максимуму закрывать и смотреть на показания гигрометра. Спасибо за внимание. Продолжение следует.